Шалом, дорогая община, любимая община, Симхат Тора, Бейт Мидраш, Рави Мессер, Морин и все святые, радоваться, еще говорю, радоваться. Поздравляю всех вас с Пасхой. Наша Пасха, сам Мессия и Иешуа. Благословляю всех вас, вспоминаю в молитвах вас часто. И хотя мы еще не виделись лицом к лицу, надеюсь, скоро увидимся, но в сердце мое с вами, братья, сестры, и телом отсутствуя, но духом вместе с вами присутствуя, я разделяю эту пасхальную радость и торжество. Благословляю во имя Господне. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Еврехеха Адонай ве ишмареха, Яхер Адонай панав элейха вихунекха, Иса Адонай панав элейха ве яселеха шалом. Бешем Иешуа а Мошиах, во имя Иисуса Христа. Аминь. Из города Киева, с нашей реформаторской православной церкви Христа Спасителя, с нашей киевской архиепископии, всех вас приветствую и благословляю. Божьей милостью архиепископ Сергей Журавлев. Мир вам и благодать да умножится. Шалом.